как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее продолжение карты про ассасинов, где сегодня мы будем пытаться выполнить новую миссию и кого-то убить скрытым клинком. Но, ребята, перед этим я бы хотел вас попросить потратить на меня 2 секунды. Одну секунду, чтобы поставить лайк, потому что чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ребята, я вам обещаю, если мы дружно соберемся, все поставим лайк, и через пару часов наберем 2500 лайков, значит сразу выйдет новая серия. Задумайтесь об этом, хотите ли вы 2 видео в один день. И также подписывайтесь на мой канал, ребята. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду рад, если вы присоединитесь к нашей большой дружной семье подписчиков. Ребята, я буду очень сильно этому рад. И выпущу новое видео как можно быстрее. Больше мы тянуть не будем, приступаем к самой серии. Ну что, ребята, мы будем начинать и приступать к новой серии Assassin's Creed. Это будет 5-я часть, то есть 5-я миссия, которую мы будем проходить. Я очень надеюсь, что вы ждали новую серию, потому что уже многие меня просили, многие меня спрашивали, мол, Эдисон, когда будет новая серия про ассасинов. Ребята, я вас всех люблю. Я, ну, не знаю, я не могу сказать то, что я один, но я, наверное, один из немногих, которые так любят своих подписчиков. Поэтому, ребята, я очень надеюсь, что вам понравится новая серия. Да, да, чувак, ты нас жепнешь сейчас. Он не очень дружелюбный, потому что он любит по заднице всех пинать, а ну? Ну, да, то есть он может нестандартной так ориентации. Но все же, ребята, зачем я пришел в наш шоп? А затем, чтобы прикупить новую броньку, потому что наша бронька, не скажу, что самая лучшая. Я уже немного посмотрел, что лучше и что нам больше всего послужит. У нас есть 24 алмаза, и как ни странно, на прохождении этой карты... Вот эта железная бронька намного лучше, чем вот эта алмазная. Алмазная стоит где-то там 8 алмазов. Алмазная бронька стоит 8 алмазов, ну, в этом магазине, да? А броня Альтаира стоит 14 или даже там 16 алмазов, если честно, не очень помню, сейчас посмотрим. Но, что она нам даст? Она очень легкая, очень быстрая, также даст вам защиту 3 и регенерацию какую-то там регенерацию. То есть у нее намного больше защиты, чем в алмазной броньке. Я перед серией уже посмотрел, поэтому, ребята, не говорите, что алмазная бронь лучше. Потому что в этой карте броня Альтаира, это же легендарный ассасин, намного лучше, чем вот эта броня какого-то там охранника. Поэтому, ребята, 16 алмазов мы сейчас поставим. Вот. Вот сюда. Замечательно. Опа-на, и что нам сказал продавец? Ну что, спасибо тебе за покупочку, и мы тебе говорим большое спасибо, потому что сейчас нам дадут вот эту броньку нереально крутую. Ребята, это уже броня Альтаира и ботинки Эцио. Что тут написано? Ого, даже зачарованный на шарпнес меч не сможет повредить эту бронь, потому что она тебе даст регенерацию здоровья. Будем надеяться, что регенерация все же... Хотя бы, ну, может, чуть-чуть похуже, чем у Дэдпула, да? Будем надеяться. Ну что, ребята, мы будем приступать... Кто там умер опять? Ну что, мы будем приступать к самой миссии, потому что сейчас нам нужно... давайте пойдем сюда. И где наша 5-я миссия? Где-то вот тут, да? И она называется Ассасин. И как видите, ребята, у нас есть еще 5 миссий. Если мы пройдем 10... Мы уже прошли 4, это 5-я миссия. Если мы пройдем еще 5, значит, мы прошли эту карту. Ребята, если вы хотите видеть новую серию... Ассасин как можно быстрее, вы знаете, что делать. Набираем 1500 лайков, выходит новая серия, не забывайте об этом. Также сейчас мы прочитаем, что будет твориться в этой миссии. То есть тамплиеры очень яростно, то есть ярость тамплиеров очень растет против тебя. Я слышал от моего заложника что-то в этом роде, от моего пленника, то, что он сказал, то, что тамплиеры отправляют... Ассасина тебя убить. То есть ассасины нас предали в какой-то степени. Или только один ассасин. Поэтому он говорит то, что тебе нужно быть осторожным. И в принципе смотреть по сторонам. Потому что в любой момент ассасин сможет тебя достичь и убить. Ну что, ребята, мы будем начинать 5-ю миссию. Сейчас посмотрим, что же тут будет. И что нам нужно будет делать. Где мы вообще появились? Ага, то есть найти... Какая у нас цель? Найти... Путь в дом с вами. С вами это вот тот ассасин, который нас пытается убить. А подсказка. Shift, you will crawl. Ага, если ты нажмешь Shift, ты... Что-то, если ты нажмешь Shift, ты будешь ползать или что-то в этом роде. Не знаю, ребята. Осторожно, если ты откроешь входную дверь, то прозвучит сигнализация. Значит, будем искать какой-то другой путь. Ох, сундучок, только как нам туда забраться, я не представляю. Но, какая у нас была подсказочка? То есть, смотрите, ребята, если ты нажмешь на Shift, ты сможешь ползать. Но что-то я вообще не... Ох, ни хрена себе, а как я это сделал?
Как я это сделал? У меня это а как я это сделал? Еще раз. Ребята, я не знаю, как это у меня получилось. Офигеть просто. Ну, ладно, то есть мы можем ползать. Но где нам вот это пригодится? А может вот тут? Или что это такое? Только я не могу опять. Как его, ребята, как я это сделал? Я не могу опять вот это сделать. Офигеть просто. Фиг его знает, ребята. Ладно, сейчас вернусь, если, конечно, пойму, как я вообще это делал. Во, я пробрался, ребята, реально, вот смотрите, я сейчас в полу нахожусь, я уже, в принципе, понял, как это работает. Нам нужно нажать на Shift и держать Shift. И вот смотрите, сейчас мы провалимся сюда, пожалуйста, не подставляй меня. Вот, я нажал на Shift, и я держу Shift. Сейчас я не могу, или я только мог на улице. Но я реально вот сюда пробрался через вот эту небольшую... Ух, ни хрена себе, не смотри на меня. Через вот эту небольшую дырочку в полу. Они все тогда меня смотрят, ну что там написала в чат? Они отвлечены ужином или завтраком, или что это такое? И ты... у тебя есть шанс пробраться... У тебя есть шанс пробраться наверх по лестнице. Да, они офигеть как. Ух ты ж, ни хрена себе, plans. То есть планы, планы для чего? Они отличены кушанием, ребята. То есть они кушают и они нас не замечают. Ребята, как у вас делишки? Не замечают, да, они нас? Конечно, они нас не замечают. А, я вот это не могу открыть. Ребята, ты кушай, 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 милашка, кушай, не отвлекайся на нас. Мы вообще уборщики пришли тебе позаметать пол. Так, что у нас тут написано? Цель. Лук, то есть что-то там нужно. То есть похоже то, что тебе нужно открыть дверь, то есть сломать дверь. И тебе нужно найти отмычку, что-то, охренеть, pulling the lever, какой lever? Ага, то есть нам нужно найти рычаг. Ни хрена себе, сколько рычагов. Так, так. Замечательно, сейчас ставим сюда. Что у нас было написано? То есть тебе нужно потянуть на рычаг, когда твоя полоска вот этого опыта будет находиться на середине. А, зараза, на середине. А у меня же не на середине это было. Так там середины-то толком нету, середина и так проскакивает. Хрен его знает, я сейчас походу все рычаги сломаю. Да там... Так, сейчас, я еще раз прочитаю внимательно, что у нас там было написано. То есть, посмотри... Get your lockpick, то есть, возьми свои отмычки и помести... Ага, и целься в рычаг, когда вот эта зеленая полоска будет наполовину заполнена. Когда твой опыт будет наполовину заполнен. Near the middle, то есть близко к центру. Сейчас. Твою мать, так это так сложно. Нам нужно сломать вот эту хрень. Охренеть просто, ребята. Я сейчас все отмычки прокакаю. Что-то... Ребята, вы себе не представляете, как это сложно. То есть не смотрите, не думайте, что я нуб какой-то. Это нереально сложно. Я не могу попасть просто на центр, потому что это нереально. Ух ты, вон! То есть нужно было раньше центра. Ну я понял, то есть следующая цель. С вами lounging and questioning. То есть найти с вами и что-то у него спросить. Если... То есть если ты потерял свой скрытый клинок, то нажми сюда. Нет, я его не потерял, он у меня есть. Замечательно, ребята. Что мы тут можем найти? Мы можем... Ого. Place corrupt code here to excite. Что-то мы потом тут сможем сделать в первой комнате. Какой-то код туда поместить, но... Он типа ногу на ногу так поставил. Я мадам, меня не трогать. Девушкам нужен отдых. Что-то в этом роде. Смотри, так типа, знаете, вот так ногу на ногу поставил. Охренеть, прикольно автор сделал. Так, забираем. Вы не обращайте нас внимания, мадам. Мы просто стыбзили ваши денежки. И мы сразу же уходим. Так, дайте мне выйти. Вот так, замечательно. Третья комната, Modern Art, да, современный арт. Ох, вот реально, прям современный арт, я даже не буду... Ух ты ж, ни хрен... что это было? Где это вообще взял? Нифига себе, так, замечательно, тут у нас что? Замечательно, куча всяких красителей и куча бабла, потому что бабло нам нужно для того, чтобы покупать новые вещички и... Да нет, вот сейчас, вот
Вот так, замечательно. О, и тут еще есть. О, орб нашли, ребята. Орб это типа коллекционировать, да? Тут мы ничего не можем. Крутые вещички нафиг, крутые. Я бы тоже хотел себе покрашенные костюмы ассасина взять. И, кстати... Ух. О, кто ты такой? Свали с моего дома. Я Альтаир. Я пришел сюда для того, чтобы тебя убить. Что? О чем ты говоришь? Я какой-то там бедный торговец с башмаками. О, нет, ты нет, говори мне правду, ты реально хочешь меня убить. И бла-бла-бла, ты украл мамины ключи от подвала, и ты взял ее картошечку. Итак, что нам нужно сейчас? То есть он говорит то, что я реальный какой-то там продавец башмаков. Ну, это я образно говорю. В городе я не хотел тебя убивать. То есть они что-то меня предали или что-то тебе неправду сказали. Пожалуйста, поверь мне, я не вру. И нам сейчас нужно выбрать. То есть я ему верю или я ему не верю. Ребята, давайте сделаем вывод. Он носатый. Он носатый. Носатые это хитрые тварюги. Они будут вам втыривать две, я не знаю, каких-то две пары кожаных ботинков или какую-то там гнилую плоть за 35 изумрудов. Носатые очень хитрые. Поэтому, ребята, я все же выберу, я ему не верю. Я тебе не верю. Ты мне врешь, продавец. Вот, я угадал, ребята. То есть, ух ты, ничего себе. Я угадал, ребята. Ты меня раскусил. Я реально не продавец башмаков. Я хотел тебя надурить и убить. Я тебя убью, ты никогда меня не словишь. Ох, носатый. Никогда не верьте носатым. Ребята, это вам очередной урок. Никогда не торговать, никогда не связываться с носатыми. То есть вы заметили, что я сейчас правильный выбор сделал. Так, что нам сейчас нужно? Валить отсюда. Валить с этого логова носатого. О, ты меня никогда не словишь. Конечно, не словлю, если я тебя уже убил. Так, о, еще один орб, я, если честно, не заметил, что тут вообще был какой-то сундучок в потолку. Так, ну что, валим отсюда. Валим отсюда. Мадам, развлечения не хотите? Обслуживание номеров? Нет, не, вы стесняетесь. Хотя она тоже носатая, она может калафелинщица нахрен. Ух ты ж, еще один с вами. Так мы его не убили. Мы его не убили, паскуду, он спрятался. Ты меня никогда не словишь. Конечно, я тебе ща. Ща, где? О, вот он. Опа, опа, опа. Где он? Ох, зараза, ты прям телепортируешься нафиг. Я его где-то вот тут слышу. Мадам. Это мадам меня прикалывает. Ох, зараза. Да хры меня. Сколько ты будешь... Где он, зараз? Мадам, тут никого нету, простите, извините. Тут. Он где-то вот тут? Да. Ну, привет, Ями Бибизяньи. Ух, убил. Нет. Регенерация Дэдпула. Где наша регенерация Дэдпула? О, убили. Ух ты ж, ни хрена себе, сколько тут текста. А с вами, Брифтус. С вами. Последнее дыхание с вами. Замечательно. Сейчас, что нам нужно? Следующая цель. Найти выход из дома. Да уйди ты нахрен, вот этот клинок. Если ты застрял, напиши в книжечке, мне нужна подсказка. I need a hint. Мне нужна подсказка. То есть, у нас сейчас следующая цель, это выбраться из дома. Найти путь, то есть, выход из дома. Я уже знаю, где есть выход. Дождь. Ребята, дайте я выключу дождь. Ой, у нас есть уже выход, я видел то, что нам нужно выбраться через окно. Только, не все так просто. Не все так просто, потому что вот, чтобы поместить color code in here, то есть поместить какой-то цветовой код, чтобы выйти из дома. Какой цветовой код? Ладно, допустим. Я знаю, где мы можем взять части кода, потому что тут у нас есть различные красители. У нас тут есть различные красители, но какая цветовая комбинация, ребята, я не представляю. Какой-то цветовой код. Что у нас тут может быть? Ребята, ищем подсказки. Ищем подсказки, какой цветовой код? Не имею ни малейшего понятия. Какой цветовой код? Ребята, ищите подсказки, может нам что-то тут подскажет.
какой-то цветовой код, потому что не может быть так просто, вот тебе нужен какой-то цветовой код, ищи его, хрен его знает где, потому что я тут не вижу никакого цветового кода. Modern art, то есть это современное искусство, нафиг. Но я не вижу... Ага, может вот цветовой код, синий, фиолетовый, красный, и тут вроде какой-то был, но я его сломал. Я сломал его! Так, синий, фио, красный. Там был последний, но я его сломал. А какой он был? Какой он был, ребята? Может, вот это подсказка? Может, вот это какой-то цветовой код? Нам нужен синий. Это не синий, это голубой. Голубенький. Так. Вот так. Вот так, сейчас. Давайте, знаете что, давайте голубенький на всякий случай возьмем. Замечательно, вот так, ребята. Вот это можно выкинуть. Ну что? Синий, голубенький, фиолетовый. Где у нас фиолетовый? Маджен, ну это вроде не фиолетовый, но все же. Это что? Это пинк. Это зеленый. Это нет, это нет. Пускай будет вот этот маджента, да? И потом у нас какой еще был? Тут у нас ничего нет. А потом у нас был фиолетовый, потом у нас был красный. Где у нас вот красный? Мне кажется, то, что был или... Я не знаю, ребята. Или... Черный, но черный вряд ли. Какой у нас там был? Зеленый или коричневый? Что-то в этом роде. Я, если честно, точно не помню. О, purple, вот фиолетовый, замечательно. Сейчас мы пойдем и попробуем какую-то комбинацию. Синий, фиолетовый, красный. Синий from left to right. Синий, фиолетовый, красный и желтый мой. Ух ты ж нахрен напугался! Ну да, я угадал! С первого раза, ребята, я запомнил. Вот это нереальные пазлы. Вот это мне понравилось. То, что нужно иметь память и хотя бы помнить какие-то элементы. Что-то произошло возле современного искусства. Что у нас тут произошло? Какой-то выход, да... О, я нашел выход из дома, ребята. Я нашел выход через какой-то туннель или подвал. И все? Да! Мы прошли пятую миссию, ребята, с чем я вас поздравляю. И нам дали в качестве приза один алмазик. Не густо, но все же. Сейчас у нас разблокированная шестая миссия, как у нас написала в чат. Это сторожевая башня. И где? Вот тут у нас... восьмая, девятая, и тут у нас десятка. Значит, тут у нас пятая заканчивается, и тут у нас начинается шестая. И сейчас мы это разблокируем. Давай, давай, давай. Замечательно, включился свет. Сторожевая башня. Забираем нашу баблу, баблону, как я говорю, забираем баблону. И у нас тут опять много текста. Вот это мы все прочитаем в следующей серии, потому что, ребята, сейчас мы будем заканчивать. И да, мы все-таки смогли пройти пятую по счету миссию, и мы убили носатого предателя. Ребята, никогда не верьте носатым, они очень хитрые. И также я забыл забрать свою мадам, которая нас так ногу на ногу сидела и ждала. Но все же, ребята, если вы хотите видеть новую серию, хотел сказать Пиксельмона, но нет, не Пиксельмона, если вы хотите видеть новую серию Assassin's Creed как можно быстрее, даже сегодня, ребят, я вам даю свое слово, то что если сегодня мы сможем, когда мы сможем набрать 2500 лайков, сразу же выйдет новая серия. Я вам даю свое слово, ребята, я вас всех люблю, поэтому если вы поставите лайк, то вы очень меня обрадуете. И моя, я не знаю, ребята, мое уважение, моя любовь к вам еще больше возрастет. Поэтому, ребята, 2500 лайков, сразу выходит новая серия, я вам даю свое слово. Также подписывайтесь на мой канал, я общаюсь с вами, ребята, как видите, я вас действительно очень ценю, поэтому каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков, я вам прям скажу большущее спасибо. Ребята, спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, вы нереальные молодцы. И также приходите на мой канал каждый день, видео выходит каждый день, я буду очень сильно рад, если вы придете на просмотр нового видео, никогда не стесняйтесь. Ребятушечки, еще раз, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.